Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Госман снова стал бизнесменом года в рейтинге «Люди и бренды». Генеральный директор агропромышленного холдинга «Доронича» занял первое место в голосовании экспертов. На втором месте гендиректор «Нанолека» Михаил Некрасов. По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на 4 строчки. Третье место гендиректора «Авитека» Александра Иванова. Он тоже в рейтинге поднялся. Появились среди бизнесменов года новые лица, в их числе исполнительный директор Мутнинского металлургического завода Сергей Волосков, директор компании «Специальное конструкторское бюро медицинской тематики» Андрей Анисимов, гендиректор «Газпром Межрегионгаз Киров» и «Газпром Газораспределение Киров» Александр Челикин, основатель медцентра «Савермед» Сусанна Никитина Юнгблюд, соучредитель компании «USS» Павел Шапкин и другие. Всего в номинации «Бизнесмен года» для экспертного и народного голосования было предложено 74 номинанта. Программа «Экономика». «Уралхим» направил на благотворительность 350 миллионов рублей. Больше половины этой суммы в прошлом году пришлось на выкуп служебного жилья для кировских бюджетников у людей, которым оно перешло после банкротства Кировской региональной ипотечной корпорации. Также компания тратила в прошлом году на ремонт помещений в детских садах Кирово-Чепецка, где созданы группы для сотрудников «Уралхима», на поддержку хоккейного клуба «Олимпия», на соревнования по греко-римской борьбе, дзюдо, футбол и плаванию. На спорт в общей сложности пошло 12 миллионов рублей. Оплачивает компания проекты своих депутатов, работающих в ОЗС, выделяет деньги на грантовые конкурсы в школах, на удобрения для женщин-садоводов. 25 миллионов было потрачено на софинансирование нацпроекта, в том числе на установку видеокамер на дорогах Кирово-Чепецка. Также поддержаны городские праздники и ветеранские организации. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Кировчане подтвердили высокий рейтинг центра «Мой бизнес 43». Центр и его директор Ольга Елгешина заняли топовые позиции в нескольких номинациях рейтинга «Люди и бренды 2021». Так, в номинации «Поддержка года» – это лучшие институты и проекты по поддержке бизнеса. На первом месте в ВТПП, второе место в рейтинге получил центр «Мой бизнес» – Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Третье место у центра поддержки и экспорта Кировской области. Народное голосование в этой номинации первое место отдало МФЦ, вторая строчка досталась также центру «Мой бизнес». Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 76 рублей 65 копеек, он вырос на 17 копеек. Евро стоит 86,56, он прибавил 28 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.